уважаемый Сергей Иванович, от имени глав городов и районов Ассоциации «Запад» примите искреннее поздравление с избранием вас главы города Назарова и, конечно, пожелание совместной работе в нашей дружной ассоциации. Я очень рад, что вы уже побывали у нас на одном из заседаний, вы увидели, как мы работаем. К нам в гости едут все, и руководители министерств края, и федеральные структуры, потому что на Западе задают вопросы не для того, чтобы задать, а для того, чтобы решить какую-то проблему, которая возникает. Я думаю, Сергей Иванович на первом заседании уже убедился, что у нас сильная, дружная команда. Я уверен, Сергей Иванович, вы в нашу команду вольетесь, тем более познакомились со спортсменами. Видите, они не только на спортивных площадках, они и за столом неплохо работают. Главное пожелание, конечно, понимание. Понимание со стороны депутатов городского совета. Вы одна команда, вы власть города Назарова. И как вы вместе будете проходить сложные моменты, я уверен, в каждом муниципалитете их достаточно. От этого будет зависеть очень многое, а самое главное будет зависеть жизнь в городе Назарова. И, конечно, понимание жителей, горожан. Вы прекрасно знаете по вашей общественной работе, что это должен быть постоянный диалог жителей, постоянный. А у нас очень много различных направлений этой работы, где действительно нужно понимание. Если жители понимают, как ведет себя власть и куда она ведет, и как становится жить в городе, как жители ощущают эту поддержку власти. Огромная сложная работа. И, конечно, для такой работы нужно серьезное здоровье, чего я вам желаю. Понимание и поддержка семьи – это обязательно. Это сильный волевой характер. Это я вам не желаю, потому что это у вас есть. Всего доброго, в добрый путь. Запад с вами. Thank you.